Ой-ой-ой-ой, вот смотри, а вот это вот тоже это для желудка полезно. Крафоборы, ёб твою мать, кто бы нахуй говорил, блядь. Крафоборы. Смотри, какая. А ты по лесу идешь. Надо же. Надо же. Красота. Ну, на этом я заканчиваю. Ну, может быть, там еще что интересное будет. Покажу вам. Надежда Алексеевна, такой цветок. Давно этот цветок у меня. Видите? Красивый такой. Видите? Шикарный, да? Вот растет так, вот цветет, вот. Радует. Надо как-то позвонить Надежде Алексеевне. Давно я что-то не звонил. Видите, вот такая красота. Видите, шикарно. Шикарно. Кстати, ребят, вот он, вот этот вот тоже, вот этот я посадил, видите, это глоксиния, а это гранат растет, а это тоже глоксиния, она уже, ну, цвела уже, в этом году два раза цвела, вот уже этот, ой, поставим сюда. Что-то там. Вот голубь прилетел. Этот он, смотри, меня там. Мандарин там растет. Окно вымыл. А толк никакого, смотрите.
Маня. Вот она. А я еще не кушал. Ой, так что будем кушать. Ой, ну, душу радует просто. Просто радует душу этот цветок. Ахименос называется. Я хочу на следующей неделе поеду в деревню за ягодами. Я хочу сходить за клубникой. Не знаю, как получится. Да? Кира. Друзья, здравствуйте, смотрите, какие цветочки. Видите, красота. Ой, что у нас будет, девочки, мальчики? Да что у нас будет? У нас ничего такого не будет. У нас как обычно. Как обычно. Видите, цветочки такие и мороженое. Такие вот, видишь, красота. Риди и Адмирал. Видите? Живой звук, кстати. Вот наш театр. Раньше строитель был. Да. Да-да-да. Ой. Красавица, пионерка. Ой, мороженка. Пожрём на... А? Ребят. Петунью покажу сейчас. Смотрите, какая петунья. Шикардосная. Шикардосная. Ой, посадили? А? Пойдемте дальше. Ничего. Короче, вот так вот. Давно этого старичка не видно было. Он тоже ходит. Пойдемте вот так. Вчера я не выходил никуда. Понимаешь? На этом Петро вообще. Номер 96.
дорожка такая на асфальте. Перешли, вон, 32, короче говоря, 32, идем дальше, балкончики, короче говоря, вот так, видите, тут я заметил одно красивое место, ребят, и хочу вам показать. О-о-о-о-о-о. 49-й тут и ходил раньше, ребят. Пятерка. А сейчас это 36-й. Троллейбус. Это очень парень. Вот. Смотри, вот такая вот красивая. Вот, граффити такая. Идем дальше. Тут и немецкий бар. Вон он. По-немецки. Немецкий бар. Немецкая кухня. Немецкое все. Вот. Еще очень красиво, да? Вот домик такой. Короче, ладно. Дальше. Крепчепач. Твой новый гардероб тут. Разве плитка такая? Ну, конечно, уже плитка не первой свежести. Ну, я как всегда, девочки, мальчики, иду. Вальберес тут есть. Тыры-пыры сейчас. Мотоциклы такие красивые. О, смотри. Вот так красиво, смотри. Уже все, короче говоря, тыры-пыры. Видите, тут еще какая-то это граффити. Вон она. Быстро. Какой ты интересный человек. Раз и прошел мимо. Где ты только ходишь? Там тоже, видишь? Подожди, я что-то еще увидел. Я думаю, елки-палки, она же вот она. Есть граффити какая. И там тоже граффити, но не хочу ходить, показывать вам. Ну, интересно, да. Люди, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Это как всегда, девочки, мальчики. Люди, га-га-га. Есть хотите, да. А что делать? Да.
Да ладно, ничего не будет. Не подиши. Короче. Идем дальше. Идем мы дальше. Не, я тут и показывал вам. Вот здесь вот, да. Показывал вот этот домик, показывал. Улица Советская. Тут раньше ревусы ходили. Ну, они так ходят иногда. Ну, если там Красный проспект перекрывают. Короче, если перекрывают, то это, ну, Красный проспект, если перекрывают, значит, есть вот эти пиротуры, понимаешь? Вот. Вот. Ходят и ходят. А что нам? Вы знаете, у Монако, у нас есть Монако, девочки. Смотрите, Монако. Вот, вы можете сюда заходить, платье покупать. Товарищи же, господа, женщины. Да? Женщины, видите? Мадам Крас. Мило. Да. Так что мы это еще не все потеряли. Да. Ну и тут вообще архитектура очень красивая. Да. Скоморохи тут. И тортики всякие продают. Видишь, лепнина такая красивая. Вон он, видишь. Короче, вот так. Аптека тут теперь. Короче, вот так вот. Туда пойдем. Товарищи. Улица Вокзальная. Да, как-то так. Ну, у нас план. План. Надо делать план. Так, дальше. Вот.